И 29 октября 2017 года серьезное ДТП с пострадавшими. Жилянский путепровод. Водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением, вылетел в столб. Автомобиль полностью смяло, деформировало, согнуло. Водителя вырезали спасатели ГСЧС. Чудом обошлось без тяжелых травм. Он сейчас находится на месте. Работает полиция. Это что это? Вечер 29 октября 2017 года, окружная в районе Жилянского путепровода, ЗС «Сакар». Тяжелое ДТП с пострадавшими, предварительно водитель автомобиля Nissan X-Trail вылетел с дороги правой стороной в электроопору. К сожалению, автомобиль практически разорвало, сейчас на месте работает полиция. Отработали медики скорой и спасатели, извлекли водителя, его с множественными травмами госпитализировали. Говорят, что были признаки якобы сильного алкогольного опьянения. Ну, прибудет оперативно-следственная группа, будут дальше уже выяснять все обстоятельства ДТП. Отметим, дорога мокрая, освещения здесь практически нет, поэтому будьте осторожны, не превышайте скорость и обязательно учитывайте состояние дорожного полотна и метеоусловия. Всем удачного вечера!